Приветствую любителей аквариумистики. Сегодня у меня рожает Малинезия, и я решила вам продемонстрировать этот процесс, объяснить, как я поняла, что начнутся роды. Вот вы видите, сейчас появится у нас первый малек, а перед этим я кормила рыбок. Я обратила внимание, что у Малинезии не просто большой живот, а он явно слишком такой вот надутый был и вытянутый к заднему проходу. Плюс она себя вела не совсем обычно, то есть она то начинала резко плавать, то носом тыкалась в обогреватель и в таком положении замирала на какое-то время. Потом опять начинала резкие движения. Обратив на это внимание, решила ее отсадить к малькам гуппи. Они у меня уже где-то 3 недели, им, поэтому ну, их она не трогает. Отсадив сюда, я сразу же начала наблюдать за ней, потому что в том аквариуме у меня была температура воды 28, в этом аквариуме у меня была температура воды 22. А как мы знаем, перемена резкой температур способствует началу родового периода у рыбок. Я сразу же включила обогреватель, вода начала снова нагреваться в этом аквариуме, и в течение 20 минут у меня начались, точнее у Малинезии, не у меня, да, начались роды. Вот видите, мальки один за одним выплывают. За время, пока месье за ней наблюдала, первое время, когда она родила штук 15, она спокойно себя вела, с нее выходили мальки, но потом, когда их стало много, она начала за ними гоняться, вот вы видите, и уже начала хватать их. После того, как я увидела, что она съедает своих мальков, мне пришлось приостановить съемку, я пошла, взяла сачок, так как отсадника у меня нет. И просто, усадив ее в сачок, прижала к стеклу. Она у меня в сачке рожала. Я выпускала оттуда малька и снова ее оставляла там. Таким образом, мне удалось спасти хоть какое-то количество еще новорожденных мальков. Так как она во второй половине родов просто стала чересчур шустрая. Только родила, развернулась и тут же хватала своего малька. Такая вот не очень адекватная мамаша у нас попалась. Но мальков она родила, я хочу сказать, очень много. Не менее 55, это только то, что я насчитала. Ну, штук 10 она, наверное, слопала. Вот. И потом я, конечно, уже ей этого делать не давала. За счет этого мне удалось сохранить хоть какое-то количество. После этого, того, как она отражала, я отсадила ее обратно к взрослым рыбам. А здесь у меня остались плавать новорожденные мальки и 3-недельные гупешки. Они мне никакого вреда причинить не могут, они спокойно уживаются вместе. Вот такой вот интересный процесс. Так что, если хотите вовремя заметить свою рыбку, когда она будет рожать, вот, примите к сведению такие моменты, как я вам рассказала. Конечно, лучше иметь рассадник. Это такая емкость, в которую можно посадить взрослую рыбку. И там есть отверстие, в которое мальки будут проплывать, а она будет оставаться. Тогда более гарантированно, что мальки у вас останутся все целыми.